Добрый день, дорогие друзья! Я сейчас нахожусь на прогулке, гуляю по нашему бульвару. Такое хорошее настроение и такая хорошая погода. Я вышла сегодня пораньше, поэтому еще не жарко. И мне очень нравится сегодняшняя прогулочка, и я решила запечатлеть эти моменты. Такое еще все по-летнему зеленое, но уже в отсутствии жары, как это, сейчас я скажу, очень-очень круто скажу, выскажусь, в отсутствии жары чувствуется присутствие осени. Хорошо сказала, вот так вот. Да, такие пожухлые листочки. По газонам не написано, что не ходить. Хожу. Шуршат листики под ногами. Вот фонтанчик. Работает. Хочу подойти радугу снять, но с той стороны получается мокро. И поэтому не хотелось бы, чтобы попало на объектив. Ну, не знаю, сейчас попробую. Такая арка получается интересная, ой, красивая водяная арка. Посмотрите, прям водяная арка, какая красота. Я пару снимков только сделала, и фонтан перестал работать. Ну, перерывчик сделали небольшой. Поэтому снимаю просто водичку. Вот такая красивая, что сказать, поляна? Да нет, не поляна. Нет, просто зона такая красивая, парковая зона. Такой красивый скверик. Вот такой аутфит. Вот такая вот полупустая советская сейчас у нас. Который час? Где-то часиков, наверное, 12 сейчас или около того. Вот. Угу. Да, часы бьют. 12 часов. We'll be right back.